На территории парка Олимпийского открылся парк «Экстремальный», один из крупнейших на всем евразийском пространстве. Его размеры и оснащение позволят проводить даже соревнования мирового уровня. Я надеюсь, с вами Олимпийский парк все это получит. Всех поздравляю! Мы вас всех ждем здесь каждый день и надеемся, что результаты, которые вы здесь покажете, будут нас радовать. Краснодарский край и всю Россию. Многое уже сделано и многое еще предстоит. Планируется, что обновленный Олимпийский парк будет развиваться и дальше. Чем больше будет спрос, тем больше будет предложение, будет развиваться. Уверен абсолютно в том, что и гостиничный бизнес будет дальше развиваться, общественное питание, новые виды услуг. Вы видите, появилась вся олимпийская инфраструктура, она развивается и в горах, и здесь появились музеи, появился экстрим-парк, появилось гольф-поле. Это все то, что востребовано у людей, будет развиваться. Этим летом в Сочи ожидают принять 6 миллионов туристов. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. И для отдыхающих готовят еще очень много интересных и не менее захватывающих, чем авиашоу, событий.